Всем привет и добро пожаловать в пятницу. С вами я, Джискиран, и Мармок вернулся у нас с выходных двухнедельных и сделал новый видосик по CSGO. Первая игра на Vertigo. Ну, вы знаете мое отношение к CSGO, но будем надеяться, что хоть что-то интересное и веселое будет. Как видите, приходится сидеть в наушниках, так как колонки мне так и не сделали. Увы и ах. Ну, не очень удобно, но хера делать, как говорится. Все, погнали смотреть, не будем тянуть. Так. Ёптя, белый. Со слепы начать, я шикарно. Как будто после недели КС я только сейчас окно открыл. На Б? Я к тебе. Стоп, они же здесь играли. Тогда с ботами. Первая игра на Vertigo. Кто-то привирает. Я помню, они здесь играли, когда он говорил, типа, ой, что-то как-то вообще легко. Типа, такое ощущение, что с ботами играем в одном из предыдущих роликов. Оно же? Да, оно. Да вроде оно. Да, оно. Блять, патроны. Ногу свело. Давай быстрее, быстрее, перезаряжись. Как совпало. Да, они здесь играли. Ни хрена это не первая игра. Ах ты, врунишка, мармачишка. Я не понимаю, как первый не попал по мне. Аура везения какая-то образовалась. Портануло. Блин, что-то в горле першит. О, а сегодня обычная. Спасибо, блять, Касперский. Сорян за это. Это сраный Касперский. Решил, что ему надо это. Как бы... Я на Б. Кто со мной? Говорят, там весело последнее время. За щеку дуло взял. Вот что там, шлепанцы горят, что ли? У меня зарашили, они уже... Окей, подкинем угольку. Что у нас тут? Я ему здесь прошивается. Ладно. Я ва-банк. И это тот самый момент, когда ты думаешь, это мой шанс. Это мой шанс ебануть как симпл. Сделать красивый фраг и взять этот раунд. Но... Меньше чем за секунду ты осознаешь, что ты долбоёб, а симпл внутри тебя очень сладко спит. Но я же владею карате. Нас в углу. Я, блядь. Воу. Хорошо. Ну, все равно неплохо. Я в панике опасен, сука. Паники чё? Я в панике опасен, сука. А, в панике опасен? Ну, нет. Окей. Обновляю дым и пленч пакет. Эта игра похерена, господа. Опа, Б открыто. Найс. Мы заходим Б как подростки в Аинку. А, ладно, я, видимо, не знаю карт, поэтому первая, видимо, была не Vertigo. Ой, ты чем? Хотя... Да не, я думаю, да. Сорян. Я думал, будет чисто на ней будет этот. Шанс. Пускай наслаждается видосик. Им. Но только да. Недолго птица щебетала. Да вы чё? Ладно. Забирайте свое ебучее Б. Щатку попал. Воу. Вот так вот. Пошло говно по трубам. Мы все тимы тебя целуем. Спасибо. В попку? Нет, уже был. Просто в щечку по-гейски будет. А в нижнюю щечку, значит, нет. Ну, действительно. Ай-яй-яй-яй, дайте мне последнего. Я хочу его распердолить. Он же извращенка. Сделайте добро злому человеку. Где? Чё? Нормально. Чё? Что это за говно, бля? Сейчас придёт Игорь и охереет с того, что нам Vertigo выпало. Просто смотрите. Что это за хуйня, я не понял. Добро пожаловать на наш аттракцион. Пристегивайтесь, остановок не будет. Да, пиздец.
Ни разу в жизни на ней не играл. Тут главное не гореть. Это как первый анал. Главное расслабить очко. Так, как тут понять, что где? О, наконец-то мне тут помогут эти индикаторы. Наконец-то я буду ориентироваться по ориентирам. Смотрите, я впервые вижу стрелку, которая ведет и на А, и на Б одновременно. Так где такая стрелка? Сверху, смотри. Ох, весело. Простите, будет, холопы. Весело да будет, да. Я прям чую. Знаете, что это такое? Это значит, ну чё, народ, погнали? Слышите? Это таблица, которая показывает, сколько людей за катку свалились за борт. И она точно к концу этой катки не будет показывать нолик. Давим. Там их дохуя. Охер, по головам пошли. Ну ты одного убил, это был бот. Спасибо, что принизил мою скиллуху. Ну что, вываливаемся? Блин, смотрите, я играю так, словно я знаю эту карту. Ох, я тащу вообще жесткий, как бетон. Или мягкий, как гандон. Кстати, Б очень легко типа брать, но там нужно как-то раскидывать его. Let's go B. Считай, мы уже знаем эту карту. Так мы все время сюда ходили, блин. Нет. А, ладно. А, это дорога на... Это на Б. Погоди, куда я иду? Где? Я убил их самого. Туда Б, сюда Б, это А, туда. Что? Что за нахуй? Да где план? Пацаны, так сложилось, что теперь я иду на А. Да, и та, да, и та, не ебало сняли, блядь, на хп. Мне нравилось твое ебало. Как тут идти до этого аса? Куда ты идешь? Мы на А идем или куда, пацаны? Никому дать. Ладно, да, я объебался, он первый раз на ней играет. Пиздец, странная карта. По морде. Всё. Пожуй гороха свинцового, блядина. Халявные киллы. Оу. Камон. Давай, выходи. Чё, смелости не хватает? Где твоя храбрость, сук? Ладно, у меня её тоже поубавилось. Я сейчас прыгну. Ты будешь сейвить. Спрыгни, пожалуйста, как мужчина. Быстро меня уговорили. Горишь! И слева еще один. Отпизденеть просто. На этом. Слушай, как Игорь хочет закричать. Так просто заебало, не могу на этом говне играть. Согласен, давайте покончим со страданием, давайте прыгнемся. Мне нравится. Давайте, 3, 2, 1. Вот, красивая. Тицантура! Я один спрыгнул. Нет. Слава богу, нет. Нас много таких придурков. Да. Пиздец, она очень неинтуитивная. Нихуя, по ней надо шароёбы. Хоть чуть-чуть понять её. О, тела упали. О, все быстро подгрузились. О, да. Ну что, ребят, тактика АФК? Давайте, пока не бежим в темном месте. Эфикей, please. Или ты забайтишь? У нас 100% вариант взять на живой так называемый план капка. Нет. Тащи СМИДа к нам, не переживай. Да, не переживай, мы все сделаем. У нас тактика. Тащи СМИДа. Напиши, что АФК мы. Что-то как-то... Так, разминка. Бля, надеюсь, не сдохнет. Не двигаемся, не двигаемся. Вперед! Режем маски! План капка в действии! На, сука! Заманали! Когда, блядь, и упал, отдался! Вы в курсе, что мы просто отвратительные существа? Ублюдки. Очень грязные ублюдки. Так, это Б? Ой, еще не колено. Так, теперь этот АФК. Он, наверное, не понял правила игры немножко. Как ни странно, но на зиге чисто. Ладно, тогда сейчас намусорим. И заберем аккуратно бомбу. Куда ты лезешь, мать твою? Не попал. Нет, чтобы пакет взять и съебаться. Теперь время кончилось. Так, последний был здесь. Конечно, сука, ты не выйдешь. Ну, конечно, сука, ты не... Нихуя себе. Не надо. Ля, нашел. Смотри. Ля, как... Как профессионально хотел сказать, да? Да, красава, вообще ляпором просто. Спасибо, у меня прям сидушка взмокла. Значит так, мы тут все профессионалы, давайте играть командно. Давайте раскидаем все по ГОСТу. Даю профессиональный дым на тот мид. Гавер, у тебя что за... Ууу, научи меня тому дыму. Куда он летит? Ну я не знаю. А.
Двое, тёмка нижний, ласт. Давай, тёмка нижний. А, пардон, я тут просто в дым завтыкал. Лоу, на миду, топ мид. Убегает, значит. Чё, если он на лонг поедет? Ну-ка. На, скорее всего, да. Уроки идеальных таймингов с Мармока. Чётко получилось. Красиво. И вот он я, скотина. Привет всем. На самом деле у меня никуда не получилось уехать, потому что мои планы обломались в самый последний момент. Хотел, значит, в румынские горы, а получил неделю уныния. Не тебе роликом заняться, потому что тайминги проебаны уже, ни чем-то другим, потому как мысленно-то я уже вдыхал горный воздух, да? А не городскую пыль с запахом горелой резины. В общем, неделя получилась душная и скучная, потому что меня вытянуло из ритма, а без ритма я сейчас как одинокий пацан в торговом центре. Типа, чё, куда, а, мама, папа, зачем я всё это рассказываю? А потому что хочу, понял, сука? Ну, а что касается остального, невелика потеря. Ещё успею отдохнуть этим летом, скажем, в августе, зато вы от меня отдохнули, правильно? На этом всё, здесь была неотдохнувшая педрила и юбилейный выпуск. Пока я жду. Увидимся в следующую пятницу. Пока. Три уровня страха. Страшно. Обосрался. Мармок заговорил на молдавском. Супермен, я умею смотреть сквозь стены. Мармок, поддержи мой квас. То, что делает, когда скован цепями. Человек пытается выбраться. Мармок качается. Не, вот этот ролик предыдущий, не смотрите вверх, один из лучших роликов за последнее время, как по мне. Он прям очень забавный получился. В основном из-за боев с медведем, наверное, и с мухой, ну да ладно. Ну что, в принципе, ну обычный видос по КС. Блин, я не люблю видосы по КС, потому что игра скучная. Ну не смешная она, ну мало там чего смешного и веселого. Там, ну, на скиллуху можно посмотреть, как бы. Поэтому она, мне кажется, интересна только тем, кто прется по КС и по крутым киллам. Юмора, ну, есть, конечно, это ж Мармок, по-другому никак. Но меньше, чем в играх, где больше багов, прикольные физики и прочего-прочего. Поэтому вот такая штука. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Вы знаете, что делать, если вам понравилось. Так, я думаю, может быть, даже наберем один лайк на этом видео, и будет круто. Все, с вами был я, Джескиран, до скорых встреч и пока. Кстати, стрима сегодня на Ютубе не будет.